Я Страун Галина Ивановна, родила в деревне Шихово в 1933 году. Когда началась война, мне было 8 лет, и я пошла в первый класс. А потом уже враг подходил, и волнение такое. Да, было указание заклеивать стекла на окнах. Вот. И чтобы затемнение было, чтобы огонька, потому что враг бы не видел огня. Ну вот в это время собирали посылки солдатам. Посылки и деньги на танк. Ну, учеба кончилась наша. И вот уже враг подходит, население, все. И мы, ребятишки, собрались, а там так удобно просматривается поле от Федотова. И где мы стоим у речки на бугре. Сумерки. И идет огромная через все поле колонна с музыкой. Подошли к деревне, они сразу по домам. Но я только в своем доме видела, что творится. Немцы сразу начали работу. Печка топилась сутками. Солома, сено натащили в дом. Огромную свинью втащили в дом. Давай ее палить там. Потом я вышла на улицу, и немец рыжий, фин, стал меня пугать, пу-пу-пу. А в это время самолет летел. Грохотало все, невыносимо было, страшно так. Вот. И я, наверное, к своему дяде, рядом был окоп, я к нему туда. Вот. Сколько я там побыла, и вдруг от такого грохота и тишина. Я вышла и говорю, а деревня-то горит. Значит, фашистов отогнали, и мы в январе пошли в школу. Школа вся... Чёрти чего там было. Мусору мы таскали все это, освободили. Учились даже вот два класса в одном классе. Как раз первый класс у нас Людмила Константиновна Горбушина вела, а второй класс Зинаида Михайловна, которая спасала раненых и которая получила как раз. Она вернулась из Кремля и выступала перед нами. Получила орден Красной Звезды. Так мы учились, тяжело было, и писать не на чем. Меняли, приезжали из Москвы, привыносили тетрадочек, мы вот меняли на продукты, и писали, берегли бумагу, а то и на газетах писали. И холодно было очень, чернила замерзали, печки топили осиной, она тепла вообще не давала. Очень холодно было. Но уверенность, что победим, все равно была в народе. Я помню, меня поставили на стол, а я пела песню. Крыльями машут, пожар над нами. Враг нам позорное рабство несет, но никогда, никогда мы не будем рабами.